В этом году в целях поддержки молодых ученых выделены гранты на 5 инновационных проектов. В 1,5% выросли показатели по привлечению к работе докторов PhD по сравнению с прошлым годом. Об этом было сказано на заседании регионального общественного совета по поддержке молодежи при партии Нур Отан. Также был проработан вопрос качества образования и подготовки кадров в учебных заведениях региона. Представители молодежного крыла «Жасотан» проводят немало мероприятий в рамках программы «Жастар Отанга». Обмен опытом между отечественными и зарубежными вузами дает свои плоды. Откроются еще докторантуры по таким дисциплинам, как математика, история, педагогика и психология. В соответствии со стратегическим планом развития университета в целях повышения кадрового потенциала ежегодно планируется поступление в докторантуру двух преподавателей. Так, в 2020 году по образовательному гранту были зачислены в докторантуру 4 преподавателя, в 2021 году 2 преподавателя. За успешную своевременную защиту докторской диссертации, за публикацию статей в журналах на базе Scopus и Web of Science начисляются премии со стороны университета. Некоторые компании, заявляющие о дефиците специалистов, не привлекают на работу выпускников местных учебных заведений, ведь большинство наших студентов обучается с целью просто иметь диплом. Специалисты с зарубежными дипломами всегда востребованы. В этом году по направлению качественного образования в учебные заведения привлечены 300 специалистов. Кроме того, подписаны меморандумы с более чем 30 зарубежными организациями образования. Торган Жортабай, Артур Бутпана, Жанар Сармышкызы, телеканал Атырау.